Холи дринк. Это. Ну, все тут, кроме два носка. Можете. Можете трэш хуярить. Чтобы еще бафы маленько раздали. Вот тебе горн даю. Убейте тактика. Че это, 2 ДЦ у нас что ли? Я в хапресте. Да, что-то тоже сегодня такой день, блядь, неохота нихуя. Расслабон наступил, да? Может, разойдемся? Сейчас посмотрим, что вы на лане будете делать. Если все хорошо. Можно и на профа заглянуть. Стремчик подрубите.
Алло. Так, в гильдбанке. Ставьте гильдбанк. Там есть фласки. В третьей ячейке. Я обычно рыбу даю. А мы резист же пьем, да, здесь? Я вот на этот счет думаю, блять. Резист, не резист. Сейчас посмотрим. Тебе и мы резист пили, я помню. Давай попробуем с резиста начать. Я думаю, ДПС. Ну, понерфленный ХП, так что резист. Ну, кстати, когда мы били, у него 156 было. Поэтому сейчас. Если тупить никто не будет, то мы, по идее, вообще переехать должны нахуй. Так, давайте за саппортами обмен. Так, мне интересно, что у нас там с пристами. Подушечка. 6 хилов. Тихо. Саппорты всем? Ну, кто спрашивает? Рога. Ну да, да, надо всем. Чтоб хилы вас не проебали на вихре. А то вы будете с укусами сдыхать, и мы хуй когда убьем. Да. Ничего тут от обычки не отличается, только что дамага вы больше получаете и хп больше у босса. Все то же самое. Один из холиполов, поставьте ауру от тьмы. Вы же на принца пошли? Да. Где вы сейчас сам? Мы на лане. Ага. Так, жрите рыбу. Слышишь, Войт, надо этих шаманов раскидать по пати. Так, сейчас раскидаем. Чё, раскидал? Видишь, как быстро, блин. Машина. Короче, получается, чё? Напоминаю там всю хуйню. Это гер, это не обычка. Тут ебланить нельзя. Значит, что вы должны понимать? Вы здесь должны передать укус. На укус на передачу дается 10 секунд. Вы, если получаете укус, это ответственная хуйня, вы дамажите больше. Надо заранее выбрать того, кого будете кусать. Увидеть его, запомнить цель, там, где он стоит, как он выглядит, блять. Сколько у него, какая стрижка усов, нахуй, какая борода, всю хуйню. Вот. Значит, этого человека вы должны укусить. И если вы не передадите укус, если что-то не получилось, постарайтесь передать укус другому человеку, который стоит рядом, если вы не успеваете. У вас 10 секунд есть для того, чтобы передать. Если кто-то вашу цель кусает, вот, то кусайте уже того, до кого дотянетесь. Но самое главное — передать. У меня есть вам предложение, как все это упростить. Раскидать рейд и по очереди. Заранее написать цепочку, либо скинуть ее в DC просто. У нас просто кидали еще с настройкой для векауры и картинкой. Кто кого кусает, какой укус. Чтобы никто не путался и сразу заранее запоминал эту цель. И если условно цель зафирилась, то за ней кто-то бежал уже сразу. Ладно, вы взрослые люди, вы для себя определите, как вы хотите... чтобы с вами относились или как в детском саду, или уже по-нормальному. Если по-нормальному, то все, если у кого сейчас нету фреймов рейда, все должны поставить рейд фреймы. Любые, какие есть там, либо в игре, либо стандартные, если у вас нихуя нету, либо поставьте вуду. Что вы должны на этих фреймах видеть? Вы должны видеть все 25 человек в рейде. Вы должны видеть хилов, танков, всех, ники всех. Вы должны понимать, какой там класс. Когда вешается на человека укус, вы должны видеть на нем значок укуса. Если вы эту хуйню не видите и по какой-то причине не передаете укус, вот, то, соответственно, превращайтесь в вампира, будет ГП. Первый раз я буду вам говорить, кто кого кусает. Ну,
Может быть, пару первых РТ. Дальше вы будете кусать в автономном режиме. То есть, получил первый по ДПС укус, дальше идешь кусаешь. Посмотришь рекаунт, details, смотришь по ДПС на первой строчке и кусаешь их. Так, бартендер укуса не багает? А хуй знает, что такое бартендер. Да нет, не багает. Ну, желательно еще людям, которые собираются кусать, озвучивать голосом, кого они собираются кусать. Я скажу, кто кого кусает, не надо. Это самое, значит, первая взлетка. Будет две взлетки. Первая взлетка, Holy Drink, будет давать массакру. И будет добавлять фарло массакру. Продлевать. Да. Слышишь, вот, пусть он сдает ЭМА. И ЭМА тоже, да. И фарло ЭМА, и массакру, все это вместе. Сведешь, будешь давать на первую взлетку гимна ХП. А на вторую взлетку... Так, на вторую взлетку будет давать Айновен и я сейвы. Тоже с ИМА. Так, Равист у нас в коте, да? Так, могу спекнуться. Не, будь в коте. Друид, я вас по пачкам раскидал. Тут самые дрищи, короче. Значит, на второй взлетке добавляете этот спокойствие. Ты синтек, кстати, в хиле, да? Так, шестой хил. Ну ладно, посмотрим, что по ДПС будет. Геншин, ты где там? Я игру переспускал, уже захожу. Ты на второй взлетке даешь на ХП. Во время каста вихря. Два приста на себя перед пулом кидаете антифир. И перед вторым фиром, уже когда откатится там 3 минуты во время боя, обновляете на себя антифир. Вы эфир не получаете. Ну и с диспелите там тотем дотянется, не дотянется, не знаю. Все 5 шаманов ставят тотемы. Тотемы трепета приготовьте сейчас заранее. Я долагал. Да. Тоже пропал. Это самое слышно сейчас? Здесь-то не было все, что ты говорил, да. Значит, тотемы трепет оставьте все шаманы. И когда побежит человек перед фиром, выносить роящиеся тени. Два приста. Ваша задача точечно, не масс диспелом, внимание, а точечно рассеять с него заклинание страха. Чтобы он вынес и не застрял в луже, не сдох. На взлетке ваша задача сейвиться, прожимать все прожимки. Дубовые кожи, заслона тьмы, хилиться. Хильтесь, лучше похильтесь, касается его нэнхов, элимов, там всех. Лучше похильтесь, цепух, через себя, чем мы потом сдохнем, блять. Потому что, ну, могут проебать вас. Так, рыба была. Ну, давайте посмотрим. Holy Drink, ты бежишь со мной. Ни таун ты никакие не жмешь. Просто бежишь и бьешь автоатакой босса, стоешь рядом. Таунт никогда не жмешь, ни агро не набирай, ни ротацию не прожмешь, просто автоатакой хуярь. Все на пулы, роги на войда даете. Все, там словит укус. Кулак дадут? Я думаю, дадут, три паладина есть. По рогам. Закинь там Ирелла история. Можешь по ком-то СС кинуть. Стоять будем так же в одном фрейме. Паком. Нет, это самое, вот это самое главное. Нет, в одно время не будем стоять. Угу, понял. Давайте хилы, чтобы вы не подохли на взлетке. Давай вас распределим. Значит, Айновен, ты сейвишься на лестнице. Где стоишь, здесь сейвишься. Оттуда отойдите, там рейндж держите на взлетке. Сейчас остальные хилы вас тут поставлю. Ой, блядь. Этот, у тебя вкачан на холике щиток, скорость? Кто там, блядь, у нас холик? Так, сведешь. Тело и душа не вкачаны, я понял. Этот, синтек, ты будешь в квадрате стоять. Надеюсь на то, что на тебя, если кинется эта хуйня, тени, реагируй.
В том плане, что это спринты там нажми всю хуйню, чтобы ты с центра вылез, служись, это вышел. Так, присты. Один в луне. Один в треугольнике. Фарла. Кружок. И этот. Кто там? И подушка в звезде. Самое главное, вот эти, на взлетке эти метки не подходить, не занимать. Вокруг них рассредотачиваться 8 метров. Там хилы стоят. Их они нельзя, чтобы подыхали, блядь. Ну все, чек на пол. Прото ебашим? Да, да. Так, даю отчет. Дайте кулак прогам. Дайте речи с вами. Дали кулак. Приза, ну кусишь два носка. Тени секунда. Так, Хэлла. С лучами и с красными быстрее сбегаемся. Никто не стоит, ни милики, никто, все сбегаются быстрее. Тени готовишь. Призен. Лучи сбежались. И по местам. Призыв милишника, пусть, да, сейчас? Так, значит... Призен... Призен следующего кусаешь притона, два носка вадикона. Милишники чилят пока. РДД на взлетке бьют, милики нет. Значит, следующие тени будут через 7 секунд с фиром. Готовимся, внимание. Смотрим, эти тени надо будет сдиспелить. Фир с человека, кто побежит с ними. На стресс. Ярость берсерка нажимай. Готовимся. Расстановочку ищем себе. Кулидрин, готовься. Прожимать массакру. Прожимай массакру. Фарла, готовься продлевать. Сведешь, гимн хп читай. Все по местам. Так. Два носка. Кусаешь Гримзола, Вадикон кусаешь Хэла, Притон кусаешь взятого. Призен кусаешь имя имен. Притон, я слева от тебя остаюсь еще в упор. Ищите я своих людей. Лучики и тени 5 секунд. Готовимся. Снесли быстрее. Тени секунда. Подушка. После. Захильте ее. После теней, когда прибежишь, ставь тотем. Сведешь гимноману. Синтек инер посведешь. Вадикон инер по геншину. Равист. Иннер еще посведешь. Так. Хэлла кусаешь историю. Притон на стресса. Призен топу. Вставалку юзай. Взятый хук мастера. Так, Гримзол Акису. Два носка рависта. Имя имен малифициста кусаешь. Айновен, давай сокру. Равист умер.
тогда укусишь Святоса. Вадикон, укусишь Хила. Это, подушка, вставай. Где вставалка, блядь? Она вставала уже. Я понял. Я не вижу Святос. Синтек, быстро резай подушку. Кусай Хила, если не видишь. Надо Геру сдавать. Надо сначала не дохнуть. Заходите в лужу. Беги, малышка, беги. Заходите в лужу. Беги, малышка, беги. Беги, малышка, беги. Подушка. Как ты сдохла? Что это за залупа? Покров тьмы, блять, роящиеся тени. Ты что, возле лужи стояла или что? Две смерти от роящихся теней. Ты сдохла в луже и встала в луже, и сдохла опять в луже. Или первая смерть сверху в рекаунте. Тотем трепета у тебя где? Где рассеивание присты? Было рассеивание по подушке, которая тень несла? Смотрим рассеивание. Сведишь паровисту давал рассеивание. Ну, но стресс там, я разберсерка была, по подушке не было рассеивания. А и ничего, не... у тебя и мозги с пол не кидают? Кресты, имейте совесть. У меня 1.5 секунды космос не спала. Это сам может. Так, сука, еще раз. Я вам, блядь, еще раз сначала все расскажу. Не надо глупых вопросов задавать. Два приста, Геншин и Сведиш, вы тут? Я, блядь, вам русским языком сказал. Какой масс диспел? Человек выносит тени, на вас антифир. Вас не фиряет априори, вы под антифиром, под защитой от страха. Вас не фиряет, вы стоите. Нужно сдиспелить человека, который выносит тени. Точечно. Без кастов, без всяких, без вот этой всей залупы. Где диспел по подушке? Давайте, бегите сюда быстрее. Блять, вам говорит, что делать, вы не делаете нихуя. Вставалку не юзай, если ты сдохла в луже. Она не точно более лучше, сам дебаф, или она просто в уже существующую лужу в фире забежала? Ну там две смерти с роящимися тенями. Ну, походу, было как. В первый раз умерла в луже, резнулась, ну или резнулся, и опять умер в этой же луже. Да. Мне кажется, там была уже разлитая лужа, и типа дело не в том, что ее не продиспелили, а во время взлетки она просто близко к лужам подошла. Ну, вообще, я рядом с подушечкой стоял, он или она, получается, чисто как бы где стоял, там начал лужу разливать и побежал. А, то есть дебаф был все-таки, да, на ней? Да, да, да. Потом был фир, получается, и зафирило в лужу просто, и все. Я видела тени на подушечке, они туда падали. Там был этот дебаф, он выносился. Как там именно это выносилось, от войны не очень хорошо видно, сказать не могу. Рисить. И, ребята, роящиеся тени по центру не выносятся, вдоль стеночки. Если по центру вынесли, это все, если страх дали нафиг, считай, пол рейда может лечь. Сейчас бы в Гере такие вещи объяснять. Ну. Давайте, раз ты подушка забежала в фире. Тотем трепета не сработал там, да? Давайте так. Каждые 3 секунды? Каждые 3 секунды, чтобы он сработал на тебе. Сделаем вот так. Если начинается взлетка, вы стоите, вот допустим, я вот вам показываю. Вы такие стоите, вот черепок. Вот я такой подушка, я такой стою хилю. Вот тут вот лежат две полоски теней. Мне похуй, я хилю. Начинается, босс бежит на второй взлетке туда. Центр взлетает. Я в фире забегаю в лужу, умираю.
Как сделать, чтобы такого не было? Касается всех, кто стоит на этом сером круге. Делать очень просто это. Когда вы видите, что тени и через 10 секунд фир, вы просто подбегаете вот сюда. Подбегаете вот так в центр. Вот. Соответственно, когда босс зафиряет вас, по вам дадут и must dispel 2 приста. После того, как сдиспелит точно человека, который тени выносит. И вы за 3 секунды никак не добежите до сюда. То есть здесь уже фир, сам фир кончится на вас, он там 3 секунды идет. И тотем трепета сработает. Вот. И еще лайфхак такой есть. Когда босс поворачивается и начинает бежать к квадрату, обновите тотем и переставьте шаманы 5 шаманов. Ну, я так на своем шамане делаю. Там через секунду срабатывает. То есть он добегает до квадрата и срабатывает. После фира тотем трепета срабатывает. И вы с вас снимается фир. Ну, сдиспелить, если человек перед второй взлеткой летит обязательно. Свара не диспелили на первой, потому что на нем есть ярость берсерка. Он нажимает, эфир невосприимчивость. Все, рыбу поели, кулаки есть. Умирать никому нельзя, это иначе полная залупа будет. СС есть у вас? Есть. Ну давай, взятый по синтеку, имя имен по водикону, притон. Давай по подушке. Если будете шаманы со вставалкой, очень осторожно, самовольно не вставайте. Это. Скажите там в голос что-то, чтобы ДЦшник успел на вас кинуть щиток. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, малефицист. Кусишь Гримзова. Гримзол, потом укусишь взятого, а малефицист 2 носка укусишь. На первой взлетке щит маны не жалеет 2 носка, на второй глыбу. На фул хп стараемся держать. Тени 3 секунды. Синтек. Успел там с центра выбежать? Почти. Смотрите осторожно подальше от той лужи, где он там разлил. То я не вижу. Лучики сбежались. Внимание, следующие тени надо будет диспелить человека. После них будет фир. Тени 5 секунд, фир 10. Гримзол взят, а Малефицист 2 носка. Геншина, ну, у тебя антифир должен свой висеть. Готовимся. Значит, Холи Дринк начинает, массакру, готовься. Давай массакру. Сведешь на хп, читай. Фарла продлевай, сакру. Цейвы свои жмем, хилимся. Все, по местам встаем. Так, Гримзол, кусай Притона, 2 носка, кусай Вадикона, Малефицист, кусай Хисторию, взятый. Взятый укусишь топу, Милика. Угу.
У меня, короче, пинг, если я умер, то не ресети. Синтек. Да, разлагивай. Тени на святосе. Разлагивай давай. Разлагаешь, скажешь. Маши веткой, там тыкай обновление. Так, Вадикон Святоса, Притон Хукмастера, Топа Хела, Взятый имя имен, кусаете, Малефицист на стресса, Два носка спирита, Гримзол Призана, История Акису. Так, сдиспелить из Гримзола тени. Так, даю незыбку, Эновен массакру, Геншин на хп. Так, вставалку юзай, щиток по призану. Вставалку юзай, укусы передаем быстрее. Быстрее вставалку юзай. Равист, ресы призана. Ресы призана быстрее, ему укус надо будет передать. Щиток по нему призана, кусаем, в милизоне стоит. Тени, секунда. Ставь тотем на ману, сведешь на ману, тени выноси водикон. Так, я рудовать. Сука, история. Блядь, кто-то кису укусил, я не мог укусить. Да похуй, все уже, я это говорил про фрейм, убейте его. Геру даем, хуярим. Убейте его, историю. Взятого история убил, нахуй? Да. Где он там? Хукмастер, грипани его, убейте его, сука. Или нам сейчас пизда придет. Теперь синтек ресой взятого. Вадикон историю и дамажим. Хуй знает. Значит, смотрите, кто там дамажит. Ну, щиток по нему. Все пристыгим на ману, у кого есть. Кусаете хилов. Фарла, Айновен, Геншин, два приста, подушка. Пять человек неукушенных. Кто хочет подамажить еще? Ну, в принципе, что там? Взятого укусили. Историю кто кусает? 15 секунд берцы. Историю кто угодно кусайте. Че вам, блядь? Взятого в милизоне. Там до берцы, вон, 7 секунд. Надо, значит, на ДПСе распекать ДД. И смотреть по ДПСу. Че это, 14 лямов? Бля, я подошел к Акисе, и кто-то укусил до меня. Я ждал, когда укусить Акису. Значит, это... шестого хила убирать и ДПСеров менять. ДПСеры некоторые есть там внизу. Мы же сейчас не добили, потому что у нас кто-то заебланился кисой. Это я заебланился кисой, сорян, я пока выносил тени, я прослушал, кого я кусаю, и просто выбрал любого рандомного чела. Вот на этот случай, и я вам и говорю, история, вы должны видеть, на ком висит укус. Да, если, я кликал, я вижу. Надо кликать не по укушенному, если ты видишь, что он укушенный, то это самое, выбирай хила, кусай, хилы вон стоят в метках. Так, блять, а если вокруг все укушенные, ему бежать далеко? Ой, блядь. Значит, не надо в этот рейд ходить. Значит, не надо в эту игру играть, блядь, ребята. Да нет, вот моя вина полностью. Значит, надо в ДД спекать этот. Типа, блядь, у синтека только есть. А он, блядь, топ по ХПСу. Сейчас что-то лагал. Синтек, сейчас лагаешь? Кто там есть на замене? Нет, у меня под конец нормально стало. Хотя показывает 6 тысяч пинга. Вроде норм. Предлагаю кастерам саппорт перепить на СПД. Давайте попробуем так. Как вариант, за пару секунд до укуса можно сказать просто, кто кого будет кусать, и все. Сейчас, если ты не заметил, 8 людям я сказал, кого 8 следующих людей они кусают, а там дальше мы просто уперлись в бирсу. Сейчас добавляем ДПСером. Превращаться в вампира нельзя. Лучше укусите хила, если вы, ну, проебались там. Так, мы же не уперлись в берсу. Мы просто тактику хуёво сделали и из-за этого умерли. Ну, смотри, вот история бы не превратился. Чё, он 14 лямов надамажит? Давай откроем ДПС. История меня бы не убил. Вот Малефицист 8 надамажил. Ты не, надамажил... просто прикинь. Ты надамажил типа 7. Ой, все свичнулись, 6. Во-первых, историю, который был под кожем под ускользанием. Потом он меня еще зарезал. Это все понятно, но 6 хилов не будет. 6 хилов мы не будем бить. Вот я про что. Значит, синтек в сову давай. Ну,
насчет ДД фласок не спешите пока выпивать, потому что если вы будете под ДД, по вам прилетать будет больше на 15%. Вы будете лутать больше урона от тьмы. Вас могут проебать просто на взлетке. Будьте под сопротами и на взлетке, когда она вихрь кастует, через себя похитьте. Надеюсь, вы помогали хилиться. Это. Что там эффективное исцеление? Вот, вроде хилили, молодцы. Потому что это очень помогает хилам. Тем более сейчас не будет этого эрдру. В 6 хилов проблем за хилом не было вообще. Надо посмотреть сейчас, что будет в 5. Если так же не будет, можно, в принципе, пробовать ДДшные перепить. Да, посмотрим сейчас. Так, что у нас из 3 друидов 3 КД? По 6 минут. Это означает, умирать нельзя. Самое главное, на двух взлетках не умирать, и все. На босса хватит ДПС. Вы запомнили там Holy Drink с фарла на первой взлетке и сведешь на ХП? Сами давайте, чтобы я вам это не озвучивал. А на второй взлетке Яса на Веном и Геншин на ХП. Вот эту хуйню антифир на себя вешайте, присты и тотем трепета шаманы. Ну, дубовую кожу это вы знаете, локи защиты от тьмы, там похищение жизни можете разок кастануть на взлетке, чтобы вас не разъебало. Сплюхи. Все, проверка. Так, что-то они все готовы были, да? Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вадикона укусишь. Потом в следующий раз после Вадикона Малефицист укусишь взятого, а Вадикон укусишь имя имен. Малефицист я буду в мире зоне взятый. Тени, секунду смотрим. Притон. Так, сейчас Вадикона. После этого кусаешь Малефицист взятого. А Вадикон кусаешь имя имен. Смотрим тени. Имя имен. Да ёбаный в рот нахуй. Ой, блять, как нахуй? Ну, не прохил, наверное. Ну как, ебать? Я в ахуе просто, блять. Бьем так, 24 пробуем. Вы с Вадикона диспелить надо. Сейчас будет фир. Ну, скажи, чтобы Вадикон кого-нибудь кусил вместо меня. Кусай Притона там, Вадикон. Ну, кого достанешь, кого укусишь, я увижу. Главное, передай укус. Малефицис передай. Еще я взятого не нашел, я укусил Гримзола. Гримзол взятого. Ложимся, я не буду бить дальше. Ложимся. Как ты нес так, что ты в тенях сдох? Ну вот я разливал вот так вот аккуратно. Где ты разливал? У ступенек? Да, у ступенек. Нахуя ты там разливал, блядь? Ну, я туда портнулся и там разливал. Да, там... А, ты еще в следующий раз Долоран портанись, там тоже хилы стоят, нахуй, которые тебя захиливать будут. Ай, блядь, пизда, нахуй, просто, блядь. Я понял, блядь. Резайтесь, минутку отойду. Вот так, я же говорю, хилы-то не в метках стоят. Так, значит, вы... объясняю. Вот смотрите, вы думаете, что вы, блядь, такие крутые, там все пиздец. Как надо выносить тени, блядь?
Резайтесь быстрее. Чё, блядь, не резнулись до сих пор? Блин, Слав, ну серьезно. Ну, что серьезно? Он уже все понял. Точно, блядь? Роящиеся только... тени не я дамажат, если ты не останавливаешься. Всем остальным, помимо того, что не дамажит, как, что ты это не останавливаешься, выносить тени надо. Ни круги крутить, ни рисовать хуи там, ни восьмерки нахуй. Вот ты побежал, как квадрат череп показывает, линию нахуй, и выносишь. Если ты сзади стоишь, вот твоя траектория, вот отсюда ты побежал, выносишь. Вон они хилы стоят, они вот до сюда, до черепа достанут. Сюда не надо идти к ступеням. Если ты был бы какой-то... Я вот здесь вот был, вот где ты показал, вот здесь надо, говоришь, что это развивать. Вот здесь я и умер. А что тут? Бля, мы вот здесь, где печенька. Бля. Что тут нарисовано было за хуйня, нахуй? Почему ты вот так вот линии не понес, вот так вот, как я показываю, блядь? Что там за хуйню ты нарисовал? Нарисован. Не надо нихуя рисовать, блядь. Бегите ровно, нахуй. У теней, у них больше, чем нарисована вот эта лужица. Ты близко к ней стоишь, нахуй, рисуешь эту хуйню, и ты получаешь дамаг от одной, от второй кучки, блядь. Тебе похуй, что ты получаешь дамаг, ты сдох, нахуй. А мы не убиваем босса из-за этого, блядь. Ставлю рыбу. Сука, делайте все нормально, нахуй. Вам, блядь, всего лишь... Можно отдыхать. Давай, всего если лишь... Если кому понадобилось, это, дерните. Ага, 6 минут до берсы. Вам надо 6 минут сосредоточиться, блядь. Не заниматься залупой всякой. Вы, блядь, серьезные люди сидите, блядь. Охота, что ли, выслушивать все это говно, блядь? Это, где там Хэлла? Тык на субботу. Я уже подбегаю. Тыкните. Рыба стоит, жрите. Бафайте кулаки и там всю хуйню. Что вы делаете? Бля, это я клоун, нахуй, ебаш ГП. Я просто блинк, блядь, нажался. Клоуны, блядь, куда мы побежали, блядь? Сейчас лужа разольется. Встаньте в точку в одну. Чё вы разбежались, блядь? Сейчас она убьет нас. Диван дайте кому-то. Я доложу. Бомжи, блядь, сука, не подходите к боссу, нахуй. Он стоит, блядь, агрится от близости, блядь. От, сколько там, 15 метров агрится, 20. Дресайте заново. Зубы вон этот ДЦшник, давай по теням, нахуй. Вдруг диспел не сработает, блядь, вдруг промах будет. По теням дашь. Ну, если не дашь по теням, если нормально все захиливается, то это, на взлетке дашь. Ну, да на себя дай. Холи прит на себя дух, нахуй, давай, на взлетке, блядь. На одной, на второй. Если символ есть на это, как он называется? Восстановление, что он не прокнул, типа через минуту откадешивается. Ой, хуярим ГП. Пускай люди немножко взбодрятся. Сейчас нахуярю. Вы сейчас хотите или что? Да. Всем. Всем прям. Кара должна быть безжалостной. Вы пришли в Геру, блядь, не делайте залупу, блядь, всякую, вот. Давай сейчас следующий трай посмотрим. Вампира не превращаться. Фреймы, сука, в обычках вам говорил, сколько месяцев ходим с вами, блядь, я вам говорил, поставьте себе фреймы, все, нахуй, мне похуй, Рога, Вар, Хант, нахуй, Мак, чтобы у всех был, вы видели, блядь, укус и всю хуйню, сука, это да, самое главное. Это самое главное. Так сейчас тройный хороший идет. Жрите. Прям идеал сейчас. Все пати видно, но все группы, то есть. Хороший. Тык на Симон. Продаю СС, 100 голды. Я сам у себя куплю СС. Выгодно. Да. Сэкономил, значит заработал. И не в убыток, и не в прибыль, да? Давайте бафайтесь быстрее, блядь. Дальше квадрата не подходите там, блядь, чтобы босс не спуливался так. Вот стойте, щильте тут. Все, поняли, проверка. Фарла жрет ману, пьет. Вон этот самый ровист, залей по Фарла Иннер, быстрее будет резаться. И сиди, жри рыбу. Я хуй затыкали, нахуй. Не тыкайте в рыбу 10 раз. Сука, аддон поставлю, блядь. Въебу, блядь, ГП, блядь. 1000. Топа тут? Так я рыбу даже не поел, у меня сумма. Блядь. Что, дрочите, что ли? Вот она, рыба.
20 минут. Малефицист. Все готовы на ее отчет? 5, 4, 3, 2, 1. Так, значит, укусишь Гримзола, Малефицист. Потом оба будете передавать укус Гримзол взятому, Малефицист. И имя он укусишь. Захилься, ну Синтек, сука. Чё там за хуйня? Я рядом с тобой. Если чё. Где не смотрим. Светишь. Блин, слева и сзади. Вам плану пришлось спасать. Ну палит же. Ебаный рот, нахуй. Синтек, рес и фарла. Иннер ему зальешь. Вадикон иннер по иновену. Рвист иннер по фарла еще добавь. Каску лапу пристабав. Значит, через 20 секунд зальешь. По фарлу. Готовимся, тени с фером. Взятый. Так, взятый. Тени, сдиспелить его обязательно. Заслона тьмы. Сдиспелить. Блять. Я ебу нахуй, ложитесь. Чё, вообще никак нахуй, да? Не получается, да? Беги, малышка, беги. Здесь палили, эти один хуй сдох, да? Не повезло. Типа, меня, короче, в фире... Ну, я под фир попал, долю секунды. Он развернулся у меня прям в тени. Тут же прилетел диспел. И я просто прямо со всего разбега в эту тень забежал. Мне понравилось. Охуенно. Паша. Честная хуйня, кстати. Давай, значит, добавляем, нахуй. Помимо диспела, блять. Кидаешь по этим теням еще до фера, нахуй. Гедшин, кидаешь зубы, нахуй. И в сведишь, кидаешь при этот духа, нахуй. Чтобы вообще, блять, никак этот человек не сдох, нахуй. До фера, антифир. Что это? Кто это вообще? Оул. С пактом надо быстрее сбегаться долго. Вот, фарла сдох от пакта. Там кто-то из миликов, короче. Не вышел просто. Не сбежался, да. Кто-то это кто? Короче, я уже в который раз наблюдаю ситуацию, когда вешается пакт на четверых людей, трое сбегаются, а один куда-то в сторону бежит. Так, пакт. Малефицист паком ученых. Ну на тебе малефицист был пакт и бегал с укусом и не сбежался с пактом. Или как это было там? Ну, история. Там был на мне укус, и на мне был пакт, я бежал к усадьбе. У меня нет, было сбегаться. Короче, вы, ну, думаете, блядь, в РБК, в РБК пришли или что, нахуй? Сбегайтесь с красными лучами сразу, нахуй. Не ебите вала, нахуй. Жрите рыбу, а киса вставай. Резнули его, нет?
Дайте шкаф. Да ёбаный. Не резайте под боссом, ребят. Да это не резали, это пет и щит. Угораете. Да, угораю, нахуй. Блин, закрыли лану по-быстрому. Пошли на Молчазара. Угу. Потому что вместо нормальной игры какую-то хуйню исполняете, блядь. Не повезло. Лука, ресните сразу шкаф, пускай поставят. А разрешите я отойду на минут 5? Глаз закапываю быстренько. Уйди. Сука, Наслана еще и троллит. У меня лагает пиздец, нахуй. Что-то с компом не так. Так, притоны я пока уберу, рарника закину. О, суммонить плюс киньте. Ну, Айновена точно. И сейчас притон этот... Притон убрал. Притон вылетит. Очень сильно дает. Вылетит притон, но он отошел пока. А, окей. Рарника пока вместо него. Тут еще, наверное, притон сыпь, поэтому он не присуманится, пока этот не вылетит через минуту. Ой, да, систа? Я группу раскидаю немножко.